15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В этом году исполняется 25 лет со дня вывода советских войск из Республики Афганистан. Этим был положен конец афганской войне. Жители района почтили память погибших, с честью выполнивших возложенные на них задачи по защите интересов Родины, и возложили цветы к вечному огню на Аллее Славы в городе Видное. Через афганскую войну, другие локальные войны и конфликты прошли тысячи советских и российских военнослужащих, гражданских специалистов. История этих событий написана кровью солдат, слезами жен, матерей. В глубине души у каждого настоящего защитника Родины эти события будут жить вечно. Ветераны Великой Отечественной войны и молодежь, представители власти, предприятий, учреждений, общественных объединений, ветераны боевых действий военного конфликта возложили цветы к вечному огню и монументу «Солдатский долг» на Аллее Славы в память о погибших в афганской войне. Ребята погибли не зря, потому что они на 10 лет отодвинули в этот вал наркотиков, от которых у нас ежегодно гибнет более 20 тысяч человек за один год. Мы там вот были уже взрослые, понимаете, сознательно, потому что офицеры, мы выполняли действительно свой долг. А мальчишки, которые вот там вот покалеченные вернулись, ведь обидно за то, что про них забывают. И вот эта вот несчастная мизерная пенсия, вот эти вот там 2000 платят, это что это такое? В этот же день у кинотеатра «Искра» состоялся и митинг, посвященный памяти россиян, погибших за пределами Родины, и 25-летию окончания афганской войны. Посмотрите, сегодня в одном строю стоят ветераны Великой Отечественной войны, ветераны-афганцы, ветераны других локальных войн, молодежь. Это единый строй, и мы не должны никогда забывать о нашей истории. В Афганистане воевали ребята из нашего Ленинского района. Теперь они уже многоиспытавшие взрослые мужи. Им были вручены юбилейные медали в память 25-летия окончания боевых действий. Он начал с рядового заряжающего. Значит, дошел до сержанта, до командира танка. Мои подчиненные все живы остались. Да, было тяжело. Я еще девчонка молодая совсем была. Многие сейчас, что, когда приходишь насчет детей куда-то оформлять или что-то. Ой, да мы вас туда не посылали, да что это за Афган, да что это самое. Вот, Афганом прикрываетесь. Да, я горжусь, что я была там. Потому что мы дали мировому терроризму по зубам еще тогда. Потому что не было этого бы, то мы бы давно захлебнулись в крови. 14 тысяч солдат не вернулись домой. Среди них есть и наши мальчишки. Власть, я имею в виду, обязана помогать этим воинам, обязана помогать семьям погибших. Очень важно патриотическое воспитание нашей молодежи на примере вот этих наших афганцев. Афганцы ведь, в свою очередь, воспитывались на примере наших отцов и дедов, участников Великой Отечественной войны, а те воспитывались на основе прадедов. Людмила Медведева, Константин Брылов, Наталья Буслаева. Видное ТВ.